Война на Украине это момент очищения, и я эту метафору использую не в самом приятном смысле. Понимаете, это как есть у вас лес, в котором множество деревьев гниют и обросли лишаями, кишат насекомыми, и вдруг разбушевался лесной пожар и сжег весь лес. Это не обязательно хорошее событие. Вот только что последует за этим пожаром, вырастет новый лес со здоровыми молодыми деревьями. Они будут расти лучше и будут более благотворно влиять на окружающую среду. Что у вас было до этого? Гниение, кишащее паразитами и инфекцией. Мир на сегодня — это гниение, кишащее инфекцией. Из-за США, из-за наших попыток навязать нашу гегемонию на весь мир. Украина. Не получится осуществить переход от существующего к тому, чего Россия и Китай добиваются, без лесного пожара. И Украина на сегодня — это и есть лесной пожар. Это ужасно для жителей Украины и ужасно для всего мира. Но я думаю, экономическая зависимость России от Запада была разорвана из-за этого. Импульс, необходимый для России, чтобы совершить разворот от стран Запада в сторону Китая и Евразии, был создан благодаря всем этим событиям. Освобождение российского правительства от экономической заразы западного влияния и той роли, которую играли магнаты. Многие, кстати, так и не поняли, что произошло. Российские олигархи были нейтрализованы. И Путин... Все такие: «О, мы накажем друзей Путина». Они Путину не друзья. США сделали ему огромнейшее одолжение. И заметьте, что Путин сделал. Как только все началось, Путин произнес речь и сказал всем олигархам: «Убирайтесь к чертям из моей страны. Уезжайте. Езжайте, живите в своих особняках, прожигайте свои состояния, но возвращаться не надо, вам здесь не будут рады». И он смог это сделать, потому что у них больше нет их денег, Запад у них все отнял. Поэтому это момент очищения. Это будет кардинальное переопределение центров силы в мире. Единый центр, который существует, дал сбой, и последствия этого сбоя будут распространяться. И Содружество БРИКС, возможно, это набросок, черновой вариант того, каким образом будут располагаться новые центры силы.